что ее переутомили длительными ночными экскурсиями пешеходами. Василиса, вам нужно посмотреть Москву днем. Уверяю вас, здесь очень много интересного. Ой, как жаль, что сейчас перерыв в работе Верховного суда. Я могла вас сюда привезти, это огромное впечатление. Вот насчет суда, это я точно знаю. Меня ментовку столько раз собирали, такие впечатления, чума. А Василиса имеет в виду, что ведь она на самом деле длительное время возглавляла женский комитет по связям с правоохранительными органами. Ах, дорогая, вот видишь, я давно тебе говорю, нужно заняться общественной работой. Ведь женщины могут все.